Всем привет! Вы на канале BitFoxy Next Play. Это Матвей, это Next Play. Кстати, поддержите его лайками и подпиской, потому что у него 1000 подписчиков. И добейте ему 2000 подписчиков, пожалуйста. Че ты за хуйню несешь? А, да, для чего мы здесь пособрались? Потому что вышел трейлер фильма «Веном. Последний танец», и сегодня мы с вами его посмотрим. А сколько ты заплатишь мне? А, подожди, сейчас. Слушай, можно зарплату перенести? В смысле? У меня там долги, я там задолжал. Можно потом? Нет. Так. Ты, значит, меня к экзамену поднял, значит, ради этого дерьма? Да, да, я его с экзамена, у него экзамен был русский, я сказал: иди, трейлер вышел, давай смотреть. И он прибежал. Да. Наверное, его удалят с экзамена. Заткнись. А, хорошо, хорошо, молчу. Ладно. Давайте уже наконец смотреть. Начинаем. На всякий случай учти. У меня есть другая сторона. Темная и непредсказуемая. Много говоришь. Я ведь даю тебе шанс, родной. Скажи, да. Когда? А где моя толпоня? Ни хрена. Кто? Ты такой? Имя. Нам. Имя. Нам. Нет. Нет. Имя. Нам. Нам. Чего? Надо отрепетировать. Ой. Вкус мертва. Я хочу в отпуск. Мы всегда считали, что это невозможно. Что мы одни во Вселенной. Наша задача — сохранить это в тайне. Ликвидируем. Он забыл понять. Да я только сейчас думаешь, понял. Перед такой армией мы совершенно бессильны. Если Веном останется жив, то всему. Питер Паркер 10-летний походу. Настанет конец. Ну, братишка, живыми нам не уйти. Эдди, время пришло. Я не шарю. Веном. Я просто заплатил. Последний танец. Ты танец какой-то? Здесь. С какой скоростью может догнать эту жертву, чтоб копыта не откинула? Ну, сейчас мы это выясним. Что? Лошадь верна, что? Скоро в кино. Охренеть. Ну как? Ну как тебе? Не знаю. А если честно? Ну, если доплата будет, то посмотрим. Хорошо. Плюс 20 рублей. Плюс 50. 52. Вот, другое дело. 52 это уже получше. Ну, короче, мои чувства этому... Как он там? Человек-паук. Ты дебил, что ли? А, это не то название. Я думаю, что-то... У меня видео другое включилось. А, другие видео там у тебя? Да, а, ты... отрабатывает у твоего этого мультиков про Человека-паука, где он там, ладно, проехали. А тут у меня зарплату режешь. Короче, что у нас здесь? Я понял, что там Веном. Все? А я что должен еще понять? Хорошо. Какой-то Эдди, какой-то бизнес-член, я ничего даже не понял.
Миссис Чен. Член. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Ждите разбор трейлера. Где здесь Маритоу Пони? Да я сам не знаю, наверное, спроси у создателя. Может быть, они добавят. Может быть, они скрывают какие-то детали. Какие нахуй детали? Так. Сейчас, подождите. Я знаю, кто знает все ответы. Спрашивайте у него. Он все знает. Держи, спрашивай. Зачем мне это? Сан, ты понимаешь, что я этой игрушкой могу тебе... Твой нахуй. Это Фредди Фазбер, не трожь его. Да? А почему его глаза косят? Не знаю. Под меня. Да сюда. Все. Короче, заканчивают нахуй дерьмо. У меня оплата поминутная. А то ты не расплатишься своим домом. Ладно, все. Спасибо вам большое, что посмотрели этот ролик. Ждите обязательно разбор. Заткнись. Я сейчас тебе чек выпишу. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на нас. И как у меня микрофон? Епида, проехали. Так. И последнее вам скажу. Я ему зарплату не выдам. Он ее не получит. Нет.